Северсталь, Металлург перебрасывает. Это лишь показатели второго периода. Кадола едет к воротам, делает передачу, бросок и гол! Максим Матушкин в ворота своей бывшей команды забрасывает. И в третьем матче за Северсталь он набирает свое первое очко в этом сезоне. Гол на счету 52-го номера. И 2-1. Северсталь выходит вперед. Кадола. Какая пауза. И здесь также стоит отметить Данилу Вовченко, который на пятаке сблокировал движение Артема Зимченко. Прозевали подключение Максима Матушкина. И тот просто расстреливал ворота Юха Олкинора.